Yine gel. Kamera taktım onu. Taktım. Taktım. Таца. А почему вы это встречи выезжаете, создаете аварийную обстановку вот девушкам? Вот девушка сейчас в данное время, да, вот стоит и ваш документ вот я взял. Почему против движения выезжаете через сплошную линию, да, на обгон выезжаете, создаете аварийную обстановку вот девушкам? А почему так? А еще почему вы мне документ не даете? А? Вы, пожалуйста, сперва мне покажите документы. Согласно закону, вы обязаны показать документы, а потом мне задавать вопросы. Вы мне, пожалуйста, техпаспорт, мне сейчас в данное время у меня в руках, вы мне дайте, пожалуйста, права. Права дайте, водительское удостоверение. А потом будете мне это задавать вопрос, на все вопросы, и я буду отвечать. Пожалуйста. Вы мне покажите, я вам, я же вам объяснил, как вы выезжали против движения, создали аварийную обстановку. Вот женщина сейчас в данное время стоит, ей уже документ я забрал. Вот, она даже подтвердит сейчас, как вы выезжали против движения, создали аварийные обстановки. Поэтому обоих я останавливал. Вы мне, пожалуйста, покажите права, водительское удостоверение. А потом вы будете мне задавать вопросы, за все вопросы я буду отвечать. Понятно. Пожалуйста. Во-первых, вы не перед тем, как давать документы, вы мне, докажите, что я вы к вам являетесь подошел, представился документом. ГИБДД. Могу представиться, удостоверение могу показать. ГАИ города Бишкек. Руку уберите вот так. Подождите. Вот так снимайте. Вот, ГАИ города Бишкек. Прапорщик милиции Саяков Джергалбек Саякович. Подождите. Я сниму? Нет, вы не имеете права снимать это мои данные. Я не имею права. Да. Это вы имеете право прочитать. Общественное место. Вот, ГАИ города Бишкек. Прапорщик милиции Саяков Джергалбек Саякович. Да. Да, вот так. Так, действительно, Дональд, ДПС, да. ОП, ДПС. Сейчас, я сейчас теперь дислокацию покажу. Место дислокации работы. А потом вы мне покажите права дайте. Ну, а дислокацию покажи, или что вы мне покажете? Пойдите. Опа. Опа-па-па. Вы не знаете, что это такое дислокация. Я вам рассказывал, я вам покажу. Вот это называется место дислокации. Место дислокации, улица вот полностью написано. Вот Пучка. Вот Московская. В данное время я вот здесь стою. Так, время работы. До 20 утра. С утра с 7:00. Пожалуйста, мне покажите документы. Вот теперь мне покажите право. Техпаспорт вы мне отобрали, да? Да, я не отобрал, я взял. Нет, вы у меня вырвали из рук. Вырвали, да? Да. А как вырвал? А как вы докажете, что я вырвал? Ну, вы, вот, если вот, вы не вот, даете вот это я уже не докажу. Это уже ну, на вашей совести. Пожалуйста. Если. Конечно, на моей совести я обязан. Вот мои документы. Так вы не сказали, я сказал, против статья? Движения выезжали через сплошную линию, создали аварийную обстановку, вот впереди же этот женщина. Вот женщина тоже остановился в данное время. Нет, вы что является выездом на встречную полосу? Вы скажите, вы же знаете правила дорожного движения. Сейчас я до конца допишу, а потом буду рассказывать все. Нет, ну вы зачем бумагу тратите? Ой, извини, пожалуйста. Вы до начала должны предоставить ответ. Я уже почему? Предоставил ей несколько раз. Нет, вы сказали, что это выезд на встречную. Но что является выездом на встречную полосу? Сейчас я допишу, а потом я тебе все расскажу. Ладно, пока не мешайте, а то мне сейчас плохо видно, я и пишу.
Адрес скажите, место жительства города Бишкек. Чуйская область, село Войнантоновка, Сокловский район. Антоновка, улица. Улица Фрунзе, 193. Место работы. ЗАО «Альфа-Телеком».